Привет. 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 А ты что не вылазишь? Ну-ка вылезь. Давай. Вот. Такие морды. Ох, ты ж. Это мой. Может, здесь виды инфиники приехали сюда рассовать. Понял. Тут даже сено живет как рич. Ой, дерево, оно мне в темноте вчера казалось таким красивым. Дерево? Да. Там лошадки стоят. Counting days, counting time. Hope our dreams come alive. The grass seems greener on the other side. The stars shine by, but only when it's night. We all have wings, but no one wants to fly. For too long to get rid of this loneliness, but all this time I felt alone. I just became unfocused on what's wrong and what's right, and on my purpose in life. You will fall, you will cry, but you will always fight. Lie. Counting days, counting time, counting time. Hope our dreams come alive. Seems greener on the other side. The stars shine by, but only when it's night. We all have wings, but no one wants to fly. This sadness, and I finally wrote this song, and I'm getting more focused on what's wrong and what's right, and on my purpose in life. You will fall, you will cry, but you will always fight. I counting days, counting time, counting time. Hope our dreams come alive. Seems greener on the other side. The stars shine by, but only when it's night. We all have wings, but no one wants to fly. Counting time.
What you say? That you only meant well, well, 'cause you did. What you say? That it's all for the best, 'cause it is. What you say? That you only meant well, well, 'cause you did. Но мы их все равно потратим. А это моя лошадь. Это моя лошадь. И подпруга. Подпруга, смотрите, ее надо затягивать. Это со седлом со своим приходишь. Это подпруга. Давайте побыстро увидим. We'll be right back.
шапочка. Так, специально для Дины Токтаназаровой. Мы идем сейчас в... Что-то написано. Тут, короче, что-то написано. Часовня в честь святых мучеников Флора и Лавра. Это, в общем, что-то с животными связано, вот неважно. Мы идем, смотри, тут плац, короче. Да. Поверь мне на слово, там плац. Тут, короче, поверь мне на слово, мы в Вивате. Прям верь мне. Смотри, там, короче, парковка для коневозов. Так, тихо, да, там тоже еще один плац, а там где-то еще олени, но мы до них не дойдем, походу, потому что очень тихо. А, ну или... А, ну да, нам же туда, по-любому. Так вот, короче, вон там парковка коневозов. Не там. Где? Почему не там? Вон там. А погоди, а почему вон там на стене лошадь? Это она откуда отсвечивает? Нарисована. Да ладно. Ой, правда нарисована. Вот, короче, смотри, там лошадь. И Биг Бен, да. Ну тут все плохо, очень видно, но верь нам на слово. Коневозы смотри. Вон там, вон здесь. Ну отойди. Смотри, вот тут. Сейчас, погоди. Короче, мы до туда дойдем, там герб. Там охранник, который, наверное, думает, что я тупая. Хоть не важно. А что, машина вон там стоит? Вот, она где-то там. О, а мы за нее платим деньги? Слава богу. Нет. В ящике. Зачем он ей? Не трогай. Не трогай. Мои деньги. Набросила? Зачем ей мой сертификат? Чтобы не просрала. А, ну понятно. Короче, смотрите, здесь, да, гостинички. Неважно. Мы идем за нашей машиной. Где наша машина? Давай, выбирай любую. Кроме нашей, здесь уйдет. Да, отстань ты, а. Мы сейчас поедем, я тебе все покажу. Ну, надеюсь, мы утром как-нибудь сходим деньком, посмотрим что-нибудь. А то завтра, кстати, райдер-пати, вот, все. Дина, мы приехали в... Куда мы приехали? В Вегас. Пойдем сейчас жрать. В Лас, Вегас. Вот. Ага, конечно. Мы просто приехали в Москву и решили заехать в Вегас. Дина, запомни, где мы заходим. Запомни. Подожди. Щей 52 минус 1. Пошли быстрей. Это... Нету. Ага. Сейчас мы пойдем в Макдак. Он, по-моему, сверху еще приедет. Или снизу. А вот он. Где? Вот он. Чего не двигайся? Какой-то детский мир тут. Опа. Давай. Не знаю, я просто хочу покататься. А мы можем покатать. Что, нажимай? А куда мы едем-то? На минус второй или на второй? Ну, наверное, на минус втором уже. Уже было грудь еще. На минус втором, наверное. На минус первом. Да? Или что? Да, на минус первом. Да, где тачка-то у нас? На минус первом. Точно? Да, запомни. Ну, поехали. Я в таком... Ты думал, что по башке сейчас ударит? Да. По-моему, мы сейчас не найдем никакой Макдональдс. А может и найдем. Как повезет. Приехали просто покататься, да? Можно покататься на этой. Опасно. Сейчас пожарем. А может, я тут не могу? Может. Слушай, Витенька. Папа попросил снять, как мы едим. Уберись, пойти на тренинг. Все, больше не дам. Все видели его? Запомните, вот он не кормит своего... Вот он не кормит своего ребенка, вот этот вот человек. Да-да, пока. Тут всякие конфетули. Конфетули. Еда.
Кто это?